себя в этом месте через нескольких дней. Нас очень настоятельно звали быть. Мы здесь, чтобы совершить самое за них. Невозможно так жить. Игры, где учат убивать каждый день, с утра до ночи. Из Украины приезжают дети и живут буквально на вокзалах. Обращаются к нам. Что же делать? Неужели Бог отвернулся? Неужели земля настолько деградирует, что этому должны страдать дети? Существует такое, как духовное гонение. Это происходит везде, в каждом городе. Это будущее всей земли. И она действительно ищет тех людей, кто могли бы стать теми, кто очистит эту землю. Мы должны так сильно повалиться, так мощно повалиться, этих злых духов убрать всех, содрать с земли, чтобы земля жила нормально, чтобы люди и на Украине, и по всему миру жили без войны. Нельзя, чтобы войны были на земле. Вложим в эту силу свою. Хотите сделать для этой земли? И не бойтесь, мы можем все, потому что наш эгрегор самый сильный.